Это, если видео надо вам, вот это Ашхабадская улица, вот эта дорога. В колхозах еще лучше дорога, чем здесь у нас во втором рабочем. Тут на легковой я еду, даже все задевает. Вот я на сколько? 3 км/ч еду. Вот это яма. И так до конца. Вот это тупиковая улица Самаркандская. Тоже нет асфальта. Вот это вся наша дорога. Дальше еще хуже. Я дальше не проезжаю. Потому что у меня машина низкая. Это сейчас пока высохло. А когда дождь, грязь весной, тут не проехать, не пройти даже. Детям очень трудно. Это Ашхабадский. Вот здесь вот называется улица Профсоюзная. Вот Профсоюзная.